Всем добрый день! Сегодня я предлагаю вам рецепт салата с крабовыми палочками и сухариками. Этот салат можно приготовить буквально за полчаса, а получается он очень вкусным. Чтобы приготовить этот вкусный салат, вам понадобится капуста, желательно брать капусту с нежными тонкими листьями, свежая морковь, маринованные огурцы, яйца, сваренные вкрутую, репчатый лук, крабовые палочки, консервированный зеленый горошек, любые сухарики, можно брать как белые, так и ржаные, и майонез провансаль. Капусту тонко нашинкуйте, сложите в салатник, в котором вы будете делать салат. Слегка посолите и помните руками, чтобы капуста стала мягче и дала сок. Как видите, капуста уменьшилась в объеме и стала сочнее. Добавьте натертую на средней терке морковь. Положите нарезанный тонкой соломкой лук и порезанные ломтиками вареные яйца. Добавьте порезанные соломкой огурцы. Крабовые палочки нарежьте соломкой или ломтиками. Добавьте консервированный горошек, предварительно слив с него жидкость. Салат заправьте майонезом и перемешайте. Салат практически готов, не хватает сухариков. Сухарики добавляйте перед самой подачей на стол, иначе они размокнут. Вот такой вкусный и быстрый салат можно приготовить с крабовыми палочками и сухариками. Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, заходите в гости. Будет еще много интересного. До новых встреч!